впервые будет исполнена колоколенка Сильвестрова. Еще она не звучала и в Киеве. И вот харьковская премьера, и не только харьковская. Вот послушаем мы, как бы, какой отклик был композитора Сильвестрова на вот произведение Михаила Шуха. И таким образом получился диалог, очень интересный диалог двух интерпретаций. Я сама буду это слушать впервые, поэтому очень интересно, как это прозвучит. Они выбрали одну из двух, первую, потому что была первая, потом вторая, вот они выбрали первую, исполнят первую.